Всем привет! С вами я, Лолочка. Сегодня покажу вам еще один очень хороший способ накрутить подписчиков, просмотра на YouTube. Для этого есть вот такой вот сайт, называется YouTuber. Я вам ссылочку оставлю под видео. Для регистрации нужно зайти сюда, затем, ну, если вы не подписаны, подписаться, зарегистрироваться. Вот здесь вот нажимаем «Еще не зарегистрировались». Открывается вот такое вот окошечко. Сюда вводим имя, e-mail, пароль, подтверждение пароля, текст и регистрируемся. Ну вот, я зарегистрировалась. Открывается вот такая вот панель управления ютубера. Теперь будем пиарить свой сайт, накручивать подписчиков на канал. Вот, смотрите, вот здесь вот есть строчка такая «Выполнение задач». Здесь 4 выполнения задач и еще просмотр сайтов. Вот последняя строчка «Просмотр сайтов». Если вы туда зайдете, то канал, сайт платит за просмотры на YouTube деньги, то есть вы можете заработать. Там просматриваешь определенное количество времени, там сколько-то минуту или 30 секунд, не помню, какой-либо ролик, и тебе начисляют за это деньги. Ну вот, я нажала эту строчку «Просмотр сайтов», и здесь вот смотрите, написано: «Зарабатываете деньги на просмотре сайтов, вывод от 1 рубля». Первая строчка – это YouTube просмотры. Здесь сайт платит за просмотр YouTube роликов. Вот смотрите, я нажала. Открывается список всех роликов, которые можно просмотреть. Нажимаете на любой ролик, просматриваете, получаете за это деньги. Также смотрите, вот YouTube платит за лайки. Можете зайти туда, там тоже люди просят лайки, за комментарии и за подписки. Также здесь есть строчка, называется «Мои задачи». Мы можем создать свою задачу. Ну вот, открываем «Добавить задачу». Вот так вот открывается окошечко. Вот нам предлагают тип задания, лайки, просмотры, комментарии, подписчики. Например, вот я выберу подписчики. Мне нужны подписчики на канал. Вставляете вот сюда вот ссылочку свою на ваш канал. Вот я открыла страничку своего канала, беру ссылочку для новых зрителей, вот здесь вот не для подписчиков, а для новых зрителей. Копирую ее в верхней строчке браузера и вставляю на тот сайт. Вот сюда вот в раздел «Ссылочка». Вот здесь вот высветилось название сайта, и выбираем категорию, куда мы хотим отправить заявку. Например, я выбираю категорию «Люди». Выбираем также страну, Россия, Российская Федерация. Также вы можете стать рефералом этого сайта. Вот здесь вот в графе «Мои рефералы» есть ссылочка, можете ее вставлять на любые сайты, блоги, группы. От этого у вас будет вот здесь вот пополняться баланс, и вы можете заказывать больше рекламы своего канала. Или же просто накручивать лайки, видео, комментарии, просмотры. Ну, также вы можете поделиться вот этим сайтом ВКонтакте, Фейсбуке, Mail.ru, Одноклассниках и на Гугле. Также вы можете сделать вот перевод своих средств, то есть вот отправить получателю определенную сумму или же себе куда-то. То есть просто снять деньги, не тратить их на рекламу канала, сайта, там, группы или видео. Ну вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать вот об этом сайте, об этом сервисе. Очень хороший, очень полезный, поэтому пользуйтесь и рекламируйте свой канал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.
До встречи на моем канале. Смотрите мои видео, да, буду давать вам очень много советов полезных.